До 10 ноября текущего года в Жамбылской области зарегистрирован 16 101 случай коронавирусной инфекции. За последние сутки выявлено 20 больных. В этом году 12% заболевших – дети в возрасте до 14 лет. В прошлом году этот показатель равнялся 5%. Об этом на пресс-площадке региональной службы коммуникации сообщила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Жамбылской области. По словам спикера, за последние месяцы показатель заболеваемости значительно снизился. Так, если в августе было зарегистрировано 5289 случаев коронавируса, то в октябре уже 914. Снижение заболеваемости 5,8 раза. Единственный эффективный способ борьбы с коронавирусной инфекцией – вакцинация. В регионе на сегодняшний день первым компонентом прививки охвачено 568 143 человека старше 18 лет. Вторым компонентом 459 027 человек. В настоящее время идет подготовка к иммунизации вакциной Pfizer подростков в возрасте 12-17 лет, женщин в периоде 16-37 недель беременности и кормящих мам, со времени родов которых прошли 42 дня. Это предложение исходит от Всемирной организации здравоохранения. Спикер отметил, что в настоящее время практика вакцинации подростков с 12 лет действует в 20 странах мира. Китайская Народная Республика вакцинирует детей с 3, США с 5 лет, а в Канаде подростки 12-17 лет полностью вакцинированы против коронавируса. У нас вакцинация против опасной инфекции проводится бесплатно и добровольно. Вакцинация детей 12-17 лет осуществляется с письменного согласия родителя или законного представителя. Административная и уголовная ответственность за отказ от вакцинации не предусмотрены. Подростки могут получить прививки в прививочных пунктах, образовательных учреждений или медицинских организациях. Нелли Ранбасаровна также сообщила, что ревакцинационные мероприятия в стране запланированы на конец ноября. Кулиш Умурзакова, Ернар Сатыбалды, 77 News.